Добрый день. EVCube – это достаточно недавно изобретенная головоломка, сочетающая в себе качества скьюба и пирамидки. Но собирается значительно проще. Советую сначала попробовать собрать ее самостоятельно. Если уж не получится, то смотрите это видео. По форме EVCube больше похож на скьюб. Но если присмотреться, то у скьюба 8 углов и 6 центров, а у EVCube всего лишь 4 угла. Но центров также 6. Именно вокруг углов и происходит основное вращение головоломки. Здесь как бы должен находиться угол, но его нет. Можно покрутить и подумать, что это дополнительный вид вращения. Но если посмотреть сзади, получается, что мы как бы вращаем просто задний угол. EVCube – это простая головоломка, и даже через полчаса тренировок можно достигнуть результата по среднему времени менее 10 секунд. В начале сборки мы должны правильно ориентировать хотя бы два угла. Видим, к примеру, один белый и второй белый. Повернем их оба на одну грань. И вот уже два угла из четырех у нас стоят правильно. Далее на эту грань нужно поставить соответствующий центр. Если мы начали с белых углов, должен быть белый центр. Мы его находим здесь. Для того, чтобы поставить белый центр наверх, потребуется комбинация под названием пиф-паф. На этой головоломке она делается следующим образом. Поворачиваем правый угол, поворачиваем левый угол, возвращаем правый угол, возвращаем левый угол. И белый центр у нас поднимается вверх. Следует отметить, что перед нами должен стоять уголок мнимый. То есть здесь реально физического угла нет. Они должны быть по бокам. Если белый центр находится слева, мы делаем тот же самый пиф-паф, но начинаем его слева. Поворачиваем левый, поворачиваем правый, возвращаем левый, возвращаем правый. Если мы собрали белую сторону, следующую желательно собрать противоположную. Это будет желтая. Сначала ориентируем углы. Просто поворачиваем их, чтобы они желтой стороной смотрели вверх. Далее ищем желтый центр. Находим его. Он находится слева. Делаем пиф-паф слева. Теперь собрана белая сторона, собрана желтая сторона. Не принципиально, с какого цвета начинать, а сборка будет одинаковой. После того, как собраны две стороны, осматриваем оставшиеся. Берем первые две по бокам. Смотрим. У нас один центр уже стоит на месте. Значит, из этой ситуации мы соберем за один алгоритм. Здесь уже не получится сделать привычный пиф-паф вот такой. Он будет немножко другим. Внимательно посмотрим. Здесь оранжевый центр, а оранжевые углы на противоположной стороне. Здесь синий центр, синие углы сверху. Первым движением мы должны поставить центр к своим углам. То есть синий к синему. Если с этой стороны мы не можем в один ход оранжевый поставить к своему углу, то лучше начать движение с другой стороны. Ставим центр к синему углу, отводим его в сторону, так, чтобы не разрушить белый цвет. И возвращаем движение. Сюда, сюда. Все. EVCube собран. Посмотрим на аналогичную ситуацию. Собраны желтые и белые центры. Один цвет тоже собран. Располагаем его где-то снизу. И рассматриваем три оставшихся. Видим, что оранжевый за один ход сюда не встанет, значит, начинать нужно с этой стороны. Можно либо развернуть EVCube, либо просто делать движение вот такое. То есть это интуитивно и должно быть вам понятно. Делаем первое движение так, чтобы центр подошел к углу. Отводим в сторонку, так чтобы не разрушить уже собранный цвет, желтый в данном случае, то есть вот сюда. И отменяем эти движения. Возвращаем, возвращаем. Собрано. Также может возникнуть случай, когда при сборке первых двух сторон
Мы рассматриваем оставшиеся 4 и видим, что больше собранных сторон нет. В этом случае мы просто делаем ту же комбинацию 2 раза. К примеру, синий центр хорошо станет вот к этим углам. Выполняем. Видим, белый и желтый у нас на месте. Появился синий центр, который стоит рядом со своими углами. Переворачиваем, смотрим здесь. Оранжевый к зеленому плохо пойдет. Вот зеленый сюда хорошо. То есть начнем движение сзади. Отводим в сторону. Возвращаем. И возвращаем. То есть пиф-пафы. Всего 2 вида пиф-пафов, которые нам требуются для сборки. Также стоит отметить, что иногда случается так, что мы собираем EV-куб, и у нас каким-то образом за пару движений собираются 3 стороны. Это удобный случай, который легко можно решить, не разрушая. То есть не надо собирать противоположный центр белому, чтобы собрать EV-куб полностью. Если нужно поменять всего лишь 3 центра, мы сделаем обычный пиф-паф. К примеру, смотрим. Желтый цвет находится слева. Чтобы его поставить сюда. Ставим. И все. Или, к примеру, у нас получилось вот так. Эти стороны собраны. А здесь 3 центра нужно поменять местами. Зеленый справа. Уголки здесь. Делаем пиф-паф, который справа. Тот пиф-паф, в котором вначале расставляли центры. Можно, конечно, придумать более продвинутые способы, но это интуитивно и тренируется в процессе сборок. Поэтому пару примеров сборок я сейчас покажу. Первую сборку сделаем самым простым способом. То есть видим один белый уголок, второй белый уголок, поворачиваем, получаем вместе. Белый цвет здесь ставим при помощи пиф-пафа его на нужное место. Переворачиваем, смотрим, желтый уголок, разворачиваем. Желтый цвет здесь, ставим при помощи пиф-пафа на место. Располагаем белый-желтый по бокам, смотрим синий снизу и в один алгоритм мы должны это решить. Зеленый хорошо ставится сюда, вставляем, отводим, возвращаем, возвращаем. Все собрано. Ну и посмотрим вот на такую ситуацию, где можно немножко подумать, прежде чем делать движение. Я, к примеру, вижу, что у нас есть оранжевый уголок вместе с центром. Ищу, где второй оранжевый угол. Вот он. Я, конечно, могу поставить оранжевый угол и потом вот этот. Но, если я сначала поставлю правильно вот этот уголок, а потом этот, то у меня центр будет уже стоять на месте. То есть, собирая первую сторону, можно делать так, что уже центр будет стоять на месте, и это сэкономит вам время. Аналогично, противоположная сторона. Если мы начали с оранжевого, значит здесь будет красный. Но здесь уже не такая удачная ситуация. Можем, конечно, поставить сразу центр к уголку, потом, когда будем разворачивать этот уголок, сначала отвести в сторонку, поставить его правильно и вернуть. Тем самым красный тоже соберется. Ну а дальше все то же самое. Зелененький хорошо сюда пойдет. И за один алгоритм EV-куб решается. Ну, на этом все. Всем спасибо, всем пока.